Привет, всем привет! Вы на канале Пиратская Жизнь. С ним вами Вован, Нинок. Да, и, короче, вредный Вован. Ходит меня, орёт. Вот все, я во всем виновата. Да. Что виноват? Давай сюда майонез. В смысле, кетчуп. Студию. Вот с ним нужно вот так вот. Вот так вот, что ему нужно. Вот так вот. Сделал испуганный вид. Давай. Что-то я не вижу в твоем лице страха. Обиды. Короче, блин, насмотрелся на себя, блин, делал так же, как ты. Тьфу, блин, таким быть. Я так не люблю. Я люблю просто выхлебать бульон и все. А потом уже с кетчупом кушать. Он же он любит набодяжить, блин, в бульоне. Своим. Короче, всем приятного аппетита. Вот эта истеричка мне уже все нервы измотал. Все нервы измотал. Как-то жена работает, а этот валяется на диване только... Нам еще все куда делать? Куда? Скотина. Нехороший человек. Нехороший человек. Жопа-то. Так. И мечты, ну, конечно, выбываются. Если Вовка сильно захочет за сосенку. Так, короче, у нас колбаска, смотрите, сырочек. Здесь у нас кабачка икра заморская, баклажан вкусная. Желток. И у меня тут сырок еще есть. Короче, так вот. А вон здесь постоянно дырка. Мне не нравится по кадру, но здесь постоянно дырка какая-то. Он так чай ставит, что это дырка. Положи обратно. Это, понимаешь ли, этот, как его, декорации. Во. Слушай, вот чем мы были в Таиланде, надо было купить какую-нибудь декорацию еды. Вот реально. Декорацию еды, представляете, вот наставляешь что-то красиво, полный стол. И что-нибудь там, это, какую-нибудь макароны, блин, хомячишь, бабочку. Такая, говоришь, капуста. Мы так смотрим. Не, просто у них так реалистично это все выглядит. Вот надо было купить. Мне, кстати, девушка одна, по-моему, идею только предложила. Вам надо это муляж еды. Я говорю, да. Закажи себе. На Wild Bridge. А что такое есть? Кстати, реально надо найти. Муляж еды. Там всякие какие-нибудь разносолы, рыбу, мясо, там такое положить. Шашлык. Пластиковый. Сидим. Ты вот только максимум будешь нюхать. Прикольно, кстати, по меркам. Ты нарешала? Ну, как камень душит улица. Как камень душит. Хотя, знаете, я такой человек ответственный. Я пока все не рушу, не успокоюсь. Вот вчера как навалилась с утра, так и все. И не могла. Вот вчера у меня аж давление поднялось, представляете? Вообще. Выпадаешь из графика вообще. Простите, пожалуйста, что вчера роликов не было. Простите, пожалуйста. Ну, честно, вообще не было сил. Представляете, у меня энерджайзера не было сил. Вот так. А сегодня, видите, я снова... Писька класс. Толкан класс. Как быстро темнеет у нас, а? Капец. Сколько? Полгода будет. Темнота. В смысле? Ну, вчера было северное сияние. Не, а вроде как сейчас там это, там, идет же вот это вот. Там. Вроде все, мы прошли вот это вот уменьшение дня. Сейчас, наоборот, будет такое увеличение. Там с какого-то день солнцестояния, что-то равнодействие. Короче, когда ночь равна дню. 22 декабря будет. То есть от 22 там уже пойдет на увеличение, да? Угу. Круто.
А потом еще останется месяца так три пережить вот это вот снега, льды и все. И потом будет красота. Там уже северное сияние ночами. Угу. Что нетипично. Мне сегодня МЧС опять пришло уведомление. Будьте осторожны, снега, дожди. Вечером снег будет, да. Гололед. Снег метель. Лучше бы мне эти дорожные службы отчет присылали. Мы здесь убрать. Сейчас. Хрен дождешься. Я люблю русскую зиму, но, к сожалению, нас так хреново иногда убирают. Иногда. Потому что вот некоторые улицы центральные особенно нас хорошо убирают. А вот дворовые... Они когда надо, вообще не убирают. Мы вот, короче, ехали с таксистом. Он говорит, я к вам въезжал, я прям удивился. У нас все прям убрано. Он живет, я так поняла, на автозаводе. А у вас вроде центр, там все дела. Угу. И вот так не убирать вообще. И никому не надо. Угу. Потому что центр. На за зиму, по сути, сколько? Раза 4-5 вызывают трактор. Все. Машину убирают. Когда, вы знаете, огромные снегопады. Это день расчистил, все. Так а надо убирать -то снег не тогда, когда он вот его снег напорошил, а тогда, когда вот он и только каша там... образуется. А лёд вот этот уже... лед, да. Это лофик стоковый. Уберет трактор. Да. Вот так тоже не берем. У него ковш резиновый. Так что чувствую, здесь я вообще днищем. Но мы тогда ехали, выезжали. Уже машина днем скрябает. Жесть, как она есть. Хорошо тебе, у кого отапливаемый гараж. А у нас там вообще всю машину занесла. После снега. Заехал туда, поставил ее. Там все это снизу оттаяло. Упала. Да. Не хочу. Как не лезть. Опять есть не хочу. Не знаю почему. Что-то у меня прямо это... Нахлынуло на меня. То хочу, то не хочу. Вот так. Ничего не стало, что-то есть хотела. Потому что вчера практически не ужинали вообще. Там так, может, перехватили. И все. Сегодня проснулся, что-то не хочу. Он там колбасу накинулся. Как в голодном крае. Не колбаса, а ветчина. Да ты га-га-га-га. Хаваешь. Когда в животике есть еда, я скажу тебе да. Не хочу. Ты не хочу ешь. Я не хочу вообще. Я эту булочку свою любимую не хочу. Говорю, у меня что-то, знаете, вот вроде стало, хотела есть. Потом что-то раз туда-сюда, уже не хочу. Сейчас вот немножко поела, уже, как говорится, знаете, червячка затравила опять. Что-то я стала, девочки, я стала молодежкой. Как так?
сказал молодежка. Вчера он помыло раздербание. Помыло. Вкусно. По-датски все. Угу. Представили себя на адской кухне, что мы такие крутые. Я, по-моему, перепутала чай. Помню, тебе сделала свой, а себе твой. Прикинь. Все-таки я вчера угадал. Чего? Кто выглядит? Ну, это было... Да понятно, делаем. Мне вот эти два брата, Карбата из Нижнего, нравятся. Там, короче, участвуют два кулинара. Они из Нижнего Новгорода. Ну, такие прям забавные. Один вот этот сусик, вот такой, ой. Классно. Мы, кстати, по-моему, где-то даже видели. В Нижнем Новгороде. Вот этого беззубого я не помню. А второго видел. Деда. Он прям дед. Ну, вот видите, люди прорываются. Да, какие-то съемки были. Помнишь? Летом. А может быть, как раз они здесь и снимали, да? Не. Вряд ли они. Вот. А, может, кто там заметил? Когда спускались в Чкаловской, там на парковке было перекрыто. И стояли флаги пятницы. А, кстати, может быть, там, да. Кто знает? Может быть. И фуд-траки стояли. Скорее всего. Но там был... А, слушай, а помнишь, были фуд-траки? У них это конкурс был с фуд-траками. Это был... Прошлый или позапрошлый? Это в Казани. Да? Очень много людей. Здесь был тогда фестиваль какой-то. Еды. Не, ну знаете, скажу так. Там в основном шоу. То есть там выигрывает не сколько вот эти вот хорошие повара, конечно, там готовить нужно уметь, сколько вот эти вот эпатажные. Нет. Да. Нет. Да. Там нужно уметь готовить. Но чем более ты яркий, тем дольше там задержишься. Вылетают все яркие. Угу. Как раз вот эти вот щукой-то и остались. Усатые. Они так вдвоем и держатся. Ничего. Так, пришли вдвоем, пока остались. Пока что. Нижний рулит! Нижний! Уле, 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 уле. Нижний вперед. Все, ничего не хочу. Все, ничего не хочу. Ничего не хочу. Так, ну, сожрала пельмени. Целую тарелку пельмени. 12 штук или сколько там. Пересчитайте. Там первичная задача этого шоу. Какая? Найти человека, который будет работать в одном из ресторанов. Первичная задача? Первичная задача — это сделать шоу. Потому что Ивлев, он больше шоумен. Ну, конечно, он хорошо готовит, но он шоумен. Кулинарное шоу. Ну да. Нет, хотя с другой стороны, знаете, каждый человек может воспитать себе актера. При должном усилии, знаете, он даже вот посмотришь, вот, так сказать, эти фильмы. Уж какой внешности там люди, понимаете, прям вот такой прям разный. Хотя бы взять дядьку этого. Какого? Бородатого усатого. Какого? Который по мясу. Он шеф-повар. Шеф-повар. Ну. Он сначала все это так же по шоу ездил, значит, передача своя. Да. Он да. По России ездит. А вот мне чем и нравится, знаете, YouTube. Блин, дают какие-то блюда. Знаете, вот мне чем и нравится YouTube. То, что при должном усилии и упорстве любой человек здесь может добиться определенных успехов. И только тот, кто приходит действительно только за деньгами, вот, и за быстрой вот этой вот славой, да, вот он ничего не добивается, к сожалению. Вот. А если долго, упорно и рассматривать это не как хобби, а действительно к этому подходить серьезно, то можно очень много чего добиться. И даже то, что сейчас не платят, например, в России
рекламу, за рекламу, да, это еще ничего не значит. Там есть другие. Вон, я сегодня читала, короче, парень говорит, подключил Рутюб к монетизации. Прикинь? Говорит, все, импортозамещение в России все больше и больше достигается. А его там ржут у него в комментариях. Ну и что? Говорит, я за полгода заработал сколько? 1700 рублей. Это, говорит, что-то там. А, он говорит, за 1000 просмотров 16 рублей. Представляешь? За 1000. Там все таки ржат, сидят. Плюс, там проблема-то не в том, что там 1000 просмотров 16 лет. Тебе же тогда это говорили, Стас. За, блин, миллионы мы заплатили 3000. Так это на ВКонтакте. А вот, я просто потому что понимаешь, там очень сложно раскрутиться. Почему-то у них там алгоритмы так заточены, что они продвигают только вот эти вот телеканалы. В основном. Обычных вот блогеров, которые приходят, они не продвигают. Рутюб был сделан для телеканалов. Типа заменить их. Они обычных блогеров. Не, ну действительно, знаете, вот, ну, кто стремится, то, когда он тот добьется. Схлопнулся, деньги раз, блин, воровали первый раз, которые были выделены на Рутюб несколько миллиардов. И что? Там кто остался? Не знаю. Там был только ТНТ на Рутюбе. Да. И все, и больше никого. Ну да, есть такое. А сейчас еще несколько миллиардов выделили. И что? И вот импортозамещение. Ага. Что-то не понимается. Так же, раз, блин, воруют и растащат. Может быть. И нифига ничего не будет. Короче, если вы хотите когда-нибудь что-то добиться, поверьте, если будете просто валяться на диване, не выкладывать ни одного ролика, ждать миллионных просмотров, выкладывая всего лишь один ролик там месяц, вы ничего не добьетесь. А тот, кто стремится, тот, кто упорно бьется и каждый день совершенствует, тот всегда всего добьется. А мы вас любим, увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.